Всего 6,5 месяцев потребовалось международной компании Leroy Merlin для строительства на Олимпийском проспекте в Ульяновске гипермаркета строительных товаров. Leroy Merlin – компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада, а не на их производстве. По этой причине еще на этапе строительства маркета начались переговоры с местными поставщиками. Сейчас они подходят к завершению, и вскоре как минимум полтора десятка ульяновских производителей будут представлены на полках Leroy Merlin. Инвестиции в проект составили порядка 1,5 миллиарда рублей, создано 300 новых рабочих мест. Руководство компании уверяет, что в ближайшие 2-3 года это число возрастет, так как Leroy Merlin уверенно прогнозирует заметный рост товарооборота в Ульяновске. Какую пользу еще принесет инвестор региону, рассказал во время торжественного открытия маркета временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Торговый центр Leroy Merlin станет еще одним шагом по созданию в нашем регионе благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата и повышению, конечно, нашей инвестиционной привлекательности. Как только было принято решение о строительстве этой компании здесь супермаркета, к нам поступили предложения от французской компании о желании построить здесь ряд производств. И в самое ближайшее время мы порадуемся вместе с жителями Ульяновской области началом реализации еще дополнительных французских проектов. Остается только добавить, что ульяновский гипермаркет стал юбилейным, 50-м для компании, открывшимся в России. Георгий Кузнецов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.